наверное, не стояло никогда такого вопроса, то, что там мы приходим, мы решаем, как что там играть. То есть, оно идет каким-то своим собственным. То есть как это идет так, как оно идет. То есть получается таким образом, значит, как получается. They were right with
Thank you.
Прекрасно знакомы, да, просто с очень многими знакомыми, которые сейчас молодые группы там играют, и со всеми прекрасными отношениями, все, ну, в принципе, группу Помпея можно поставить, или группу Костовой поставить на вечеринке, все будут плясать и радоваться. Группу Труд можно послушать в плеере, когда ты идешь по городу и тоже будет замечательно. Не знаю. Много групп разного настроения. А ты, мы достаточно иронично относимся к своей известности. Мне кажется, что это преувеличено. Ну, мы 5 человек из Ростова, которые играют, а потом выехали там чуть-чуть на Европе. Ну, по чуть-чуть по сравнению там с Major Labor, их звезды, которые там приезжают, кстати, поездили чуть-чуть. Мне кажется, что нам рановато еще давать совет начинающим музыкантам, потому что мы в какой-то степени сами являемся музыкантами. Об этом свидетельствует то, что у нас нет стратегии, мы не думаем, что будет завтра, как мы планируем степень своего развития, в какую сторону, что мы будем делать.
Да, мы работаем по этой музыке, все работают. Дополнительно зарабатывать деньги, конечно, тоже там очень трудно зарабатывать деньги. Он работает в театре, Влад фотограф, Влад занимается интернет-проектом. Я работаю в компании «Дворец жизни», известный московский. Ира работает в суде. Судьей? Да. Не судьей, а помощник. Саша работает как промоутер, Саша много работает. Как фриланс. Вот у нас есть увлечение, это музыка, а есть как работа, которую мы всегда держимся. Проблем с работой. Перекаиваешь.
Надеюсь, вас не уволят. Достаточно насыщенное все, там очень насыщенное.